Сидит, скоро выводится. Да, скоро выводиться должна. Шумлю тебе, мешаю, да, утик? Стрёмные они какие-то, когда на яйцах, как будто чего-то съели не того. Вторую половинку пола закрыл сеткой. Так, теперь засыплю всякими отходами в плане. Засыплю битым кирпичом, щебенкой, в общем, всяким старьем сюда. Можно это все выкинуть как раз. Ну, а потом попозже будем заливать уже бетоном. Пришлось повыше дверь перевесить. Тот, кто ее делал, я почти под самый пол опустил. Тут запас еще есть. Она не в какой-то там коробке, а просто прикладывается, да? Вот старые метки. Особо перевешиванием дверей никогда не занимался, да и установкой тоже. Ну, в принципе, сложного ничего нет. Так, если по-деревенски. Вот был нижний шуруп, 5 сантиметров, мне надо было ее поднять, чтобы было место для заливки и засыпки, и заливки потом.